Добро пожаловать на канал HardResetInfo. Перед нами находится устройство Huawei MateBook 16S. И сейчас мы разберемся, как установить разблокировку экрана отпечатков пальцев. Что ж, переходим сначала в меню «Пуск», после чего нажимаем на кнопку «Параметры». Потом идем в «Учетные записи» и переходим по кнопке «Варианты входа». Потом идем сюда, и вот здесь нам написано о том, что мы не можем установить отпечатки пальцев до того, как установили пароль. Поэтому сначала мы идем сюда, нажимаем на пароль, нажимаем «Добавить», пишем себе новый пароль. Подсказку для пароля какую-то там. Я себе сейчас напишу. Что-то. Вот такое вот что-то напишу. Далее. Потом добавляем к этой учетной записи. Пароль у нас теперь есть. Хорошо. И теперь мы можем добавить отпечатки пальцев. Но, видимо, для этого нам сначала нужно перезагрузить наш девайс. Перезагрузка, нажимаем. Сейчас мы вводим пароль, который мы только что установили. Нажимаем Enter. После чего идем снова в пуск. Параметры. Учетные записи. Варианты входа. И теперь у нас наконец-то есть возможность настроить отпечатки пальцев. Нажимаем «Начать». После чего просят нас коснуться датчика отпечатков пальцев. Я имею надежду, что это у нас кнопка питания. Так оно и есть. Кнопка питания. По ней немножко вот исполняем вот указания, которые нам дает планшет. По чуть-чуть, правее, влевее, прикладываем разными положениями палец. Вот так вот. Также просят задать пин-код. Мы задаем. Подтверждаем это дело. Ок. На этом все. Теперь отпечаток пальцев добавлен. Это мы можем проверить, нажав Windows L. Наш планшет заблокирован. И просят меня использовать отпечаток пальцев. Что я, я так и сделаю. Сначала не распознал немножко. Но теперь планшет разблокирован. На этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.